Участок между муниципальными пляжами «Чайка» и «Огонек» несколько десятков лет был закрыт для посещений, поэтому его открытие сделали таким торжественным. Не помешал даже майский дождь. Сейчас, наконец-то, территория разгорожена. Теперь открыт полностью проход от одного городского пляжа к другому городскому пляжу. Территория Адлерского района полностью открыта для того, чтобы люди могли полностью от Олимпийского парка и до конца Адлерского района, до курортного городка, пройти по территории набережного. Администрация города уже несколько лет пыталась вернуть горожанам и туристам этот участок прибрежной зоны. Ограждение здесь установил санаторий «Южное Взморье» еще в начале 90-х. И вот, наконец, благодаря усилиям мэра и представителей «Единой России» ограждение снято. Сам пляж по-прежнему остается ведомственным, и его смогут посещать только гости здравницы. А вот по набережной с этого дня могут гулять все желающие. Для местных жителей это настоящее событие. Адлерцы уже забыли, когда пешком можно было быстро и беспрепятственно попасть из одного микрорайона в другой. Я думаю, что сейчас сообщение между двумя вот этими районами будет очень активным. И отдыхающие будут тоже благодарны, приехав к нам. Обход всего корпуса Южного Взморья очень съедал и время, и возможности попасть на другую сторону. А в центральном районе Сочи дискуссии по поводу открытия огороженных участков прибрежной полосы еще ведутся. В мэрии рассчитывают, что по примеру Южного Взморья другие санатории решат открыть свои прибрежные зоны для свободного посещения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.